Вот я нахожусь сейчас на Храмовом пруду. Самое трудное здесь было деревья убирать. Вот они какие стоят, их пилили зимой наши. И дальше показать берег, сколько там. Ну, тут солнце светит навстречу. И сейчас нашли здесь огромную нору. Человек свободно пройдет. Нора. Тут уже, может быть, даже храм видать, не знаю. Видать, не видать. Где-то здесь храм, там видно будет, там техника. Вот вода заросшая и ниже метр на полтора почти. Вода ниже уровня, вот. Это вот Игнатов Сергей приехал, помогает. В каждом деле, везде успевает. Он на Храмовом пруду. Сейчас мы прорвались сюда кое-как. А там он, где кусты растут, это дорога. Дорога, кусты наросли, это укрепляет плотину, а деревья убрали. Убрали, спилили, распилили, утащили. Вот дерево новое упало, под водой много. О, огромный дятел, не желна, какой-то пролетел. Здесь всякие птицы. Звери. Я одно время насчитал около 28 разных птиц по названию. Но я с детства птицами занимался. А это вот шлюз. Воду поднимать можно, пускать. Ну вот я стою где. Сейчас вот опущусь ниже. Вот ноги мои уже касаются воды. Ну это примерно мне по подбородок. Ну почти полтора метра ниже шлюза. Вот этой доски. Так, мы долго задерживаться не будем. Нам нужно теперь туда успеть еще на два пруда. На этот... На Южный и на Костровый, Симаковский. Прорви его где нужно. Которые растут как деревья, их подруби. Вот они. Если никак не режется, лопатой подруби их и все. Вот как вода. Эта вода все выгорит. Ну, это не столь важно уже остальное. Что туда эта чурка вот эта попала, понять не могу. Это ее где-то пилили и как-то уронили или что. Или решили борт придержать. Туда ее сбросить? Я думаю, надо убрать ее отсюда. Попробую ее. Зачем она здесь? Она мне мешает. Ее просто скинуть надо туда. Вот так. Я все же вылез отсюда. Прочистил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть досок. Даже по 15, если они. И вот такой высоты. Вода почти полностью хлестала. Ее туда надо столкнуть. Мне проще ее туда. А? Туда проще сбросить. Нет, нам ее лучше туда столкнуть, чтобы вода об него билась. А, понял. Хорошо. А тут не урони. Не урони, смотри. Вот иначе пролом в доске может быть. Гади ее просто так. Тут тем более уклон туда. На коленке не становитесь только. Только там на конце поверните ее боком, чтобы она легла не торчком. Все, гоните, гоните. До самого конца догоните, а там повернете. О! Вот она, вера без дел мертва. Вы часто повторяете, вот теперь вы увидите, как она, вера. Что те, которые крикуны, лизуны-то, пескуны. Без дел. У них ничего нету. Милосердие. Ничего нету. У них до самой смерти этого не будет. Вот теперь поверни ее, Бог, чтобы она легла именно поперек. Вот так вот. Ну-ка. Толкай ее. Все, отпускай.
О, уронить ее надо. Репья, шапка. Вся. Сергей, тебя твои прихожане не узнают. Нарвался ты на потеряевку, на свою. Говорит, а сзади-то пень какой, посмотри. 90 сантиметров толщины, наверное. Мертво, мертво. Теперь этот урони, больше ничего не надо. Он уперся, во. Клади его. Здесь, клади, 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 клади. Вот так вот, во. Чтобы вода билась в него. Не под... О, это здорово. Ну, маленько тут вырви. Давай. Нам надо идти скорее. Это он в шлюзе самом залез. И мы тут пробились. А вот там, где, говорили, Семен Кондин жил, это за трассой. Тополь большой, огромный тополь, огромный. И жил тут один человек потеряевский, коров выгонял. А вот это вода, где тут хлестала. Во. Ну вот представь, как мы пришли заросшие, и как сейчас. Где вот эти растут, их вырывая как-то двумя руками. Это все сметется. Не дается, да? Нет. Лопатой подрежь ее. Все. Назад, который вот этот тополек стоит. Тоже его. Только в другую доску, чтобы не воткнуть. Поверни лопату другой стороной. Вот так. Готово. Легко у тебя дается. Следующую. Ха. Богатырь. Вера без дела мертва. Он все время говорит, понял. Я говорю, что такое? Милосердие. У нас один мальчишка в лагере был, ну небольшой, может лет 7 ему. Ну и пришлось там дрова таскать, пилить. Он, да, я понял, что такое рабство в Африке. Он понял. В грамотной семье все кандидаты наук, а ребенок ничего не умеет делать. Два полена пронес и понял, что такое рабство. Что не так на костре? Глядишь, он в темноту уже убежал. Кричат ему, а бесполезно. Вот сзади траву эту подсеки-ка. Справа, вот эту вот, вот. Вот эту вот, которая около ноги. И наклонись, и так ее. Все. Вообще, этой лопатой надо пользоваться чаще. Мне Андрей ее подарил. Устинов. Я взял на день. Я говорю, ты купи себе другую. А он говорит, нет, я вам подарю ее. А я тебе деньги отдам. Что она стоит? Осторожно. Тут стыковывается, тут, чтобы не лопату не сбить. Потихонечку пройти, а дальше спокойно. Не были все лето тут. А вот отсюда мы смотрим. Это уже лагерное озеро. Пруд. Вот видать его. Ну, у нас тут мы потрудились, слава Богу. Восстановление Потеряевки, вот. А восстановление, это значит то, что было раньше. Доску не трогать. А можно так, зайти туда и вот так волоком ее от себя на себя тянуть. Вот оттуда, во, 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 во. Она легкая, уже все оторвалось. Пролезть тут один раз еще наклониться и все туда спихнуть. А там все это вода весной распределит, куда чего. Вот она как выглядит. Вот она, самый тяжелый шлюз был. Сколько труда положили. Стали делать, и внутри оказалось дерево, идет боком и пень. 1,5 метра диаметр.
полтора метра, невероятный. Спилили, а потом посмотрели по уровню-то. У нас не подходит, надо углублять ниже и снова. И, кабы не Витя Савченко, я не знаю, что бы мы делали. Это Витя безотказный. Пришел со своей пилой, да оно все в земле, и, наверное, цвет посадил. О, на боку висят эти табачные изделия, выкинь их. Табак сушится. Все. Эту тоже урони, вот это впереди, справа этот репей. Он отсеченный, он отсеченный. О! Вот так. Ну, давайте, сталкивайтесь скорее, пойдемте. У нас тут некогда чихать. Все, и там спихните и уходим. Ну, вот, вот замечательно получилось. Видишь, эта лопата, как удобно ей. Она вырезает все. Это тебе не бумажки перебирать там со своими бичами, преступниками. И даже не полчаса ежедневной физкультуры, раз так больше. Так, вылазь давай оттуда. Это не твои шнурки здесь завязывать. Давай. Так, мы пошли. Вот мы сейчас идем. Вот как мы, смотрите, очистили. Немножко очистили эту плотину. Называется храмовая. Раньше называлась молоканишня. Тут молоканка стояла. И вот мы проходим. Она самая длинная. Тут у нас заготовлен был шифер борта. Потом решили, нет, пускай прорастает. А только в самом низу, где бобры, там шифер. Ну, бобры как-то продрались через это. Но, видимо, шифер удержит, не нашли. Нашли только одно гнездо. Вот сейчас через деревья, тут что тут видать. А тут глубоко внизу-то, глубоко. Ну-ка, глянь сюда, сколько глубина, думаешь, тут? Вон туда, на это. Ну, метров пять, да? Да, не меньше. А? Не меньше, метров четыре. Метров пять. Вот так. Ну, тут, конечно, меньше, потому что заилилось. Вот столбушки это... Вот. Вот она, нора. Ужас один. Там какая... Подожди-ка. Я посмотрю, сколько. Ну, 60 сантиметров примерно. Не трогай. Не надо. Ничего не надо. Все. Ну, можешь воткнуть туда, да, вот так вот. Аккуратно. Сверху, вертикально. Да, вертикально поставь. И заметь, где до земли. Вертикально. До земли заметь. Давай сюда. Ну ты это... Да, ну, зачем ты... так-то? Вертикально поставь. Вот так. Ага. Держи. Где земля у него кончается-то? Вот так. Вот. Чёрт, какой бестолковый. Вот давай. Кончается. Давай ко мне. Да, давай ко мне. Подними ее кверху. Так? Ага. Ну, 45 сантиметров 50. Да, полметра. Пошли. Ты не обижаешься, что я сказал бестолковый-то? Не, не. А? Нет, у меня отец всегда так меня. С любовью. Ну да. Ну ладно.